Всем привет, это Заебарсик, и сегодня хочу показать вам, каким же способом мне удалось пройти испытание отбора. Но сразу предупреждаю, очень-очень сложные испытания. Итак, без лишней болтовни, рекламы, погнали! С самого верха карты выпускаем шар и за ней суперлучницу. С правой стороны карту одну суперлучницу, снизу шар и тоже суперлучницу. Также маленького дракончика. Делаем две дырки в заборе. И выпускаем по краю карты Йети. Сразу же за Йети выпускаем короля, королеву и хранителя. Обязательно проверьте, чтобы хранитель был поставлен на землю. Выпускаем остальных всех суперлучниц. Обратите внимание, в каком месте я выпускаю бревномет. Видим, выходит крепость клана. Как только у гончей становится малое количество здоровья, нужно кинуть на нее яд. В этом моменте я прожал способность хранителя. Яд кинут. И теперь нам нужно немножко подождать. И будем готовиться, чтобы выпустить королевского чемпиона. С самого низу карты. Итак, выпускаем чемпиона. Посмотрите, в каком месте кидаются скелетные заклинания. Выпускаются две мухи. Охотница за головами. Еще одна охотница за головами. И вражеская королева уничтожена. Теперь кидаем землетрясущие заклинания. Морозим ратушу. Еще раз морозим ратушу. Слева почищают мухи и лучницы. Ратуша уничтожена и остается дело за малым. У нас еще остается заклинание мороза, а также скелетное заклинание. Кроме того, у обоих героев не используется способность. Вот сейчас я их использую. Чемпион погибает от яда. Но королева все еще живет. Друзья, если понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Кроме того, обещаю, что отвечу на все ваши комментарии. Также не забывайте подписываться на канал. Я всегда выкладываю все прохождения по игре Clash of Clans. На этом все. Всем удачи. Пока.